Так вот, духоборы. Значит, вот эти различные направления, они долго страдали и мучились, разбились они на толки. Был толк Федосеевский, был толк Поморский, был толк Филипповский. Федосеевцы и филипповцы, они встали перед проблемой брака. Раз Антихрист правит, раз конец света скоро, так зачем тогда брак? Не надо в брак вступать. И они расходились здесь, во взглядах. На Вык-озере была самая сильная община, там были братья Денисовы. Об этом Вык-озере написано в книге нашего брата Юрия Сергеевича Грачева «В Иродовой бездне». Эту книгу надо читать и прижимать к сердцу. «В Иродовой бездне» – 4 тома. Юноша, верующий евангельский христианин, 18 лет его скитаний по лагерям и тюрьмам началось с того, что он решил посещать в тюрьме братьев. И все стали искать, какая это организация, кто его посылал, а он его Евангелие послало, его сердце послало. Грачев. Он написал «В Иродовой бездне», он написал «Студенческие годы», интереснейшая книга евангельской молодежи вот, между революциями. «Студенческие годы». Он написал «Персиду» о первых христианах. Это гений нашего братства, это автор нашего братства. Родом из Самары, и сейчас самарский пресвитер так и называет его. Был среди нас гений, мы не узнали его. Вот. Так вот, в Иродовой бездне он написал. «Наш лагерь находился на Вык-озере, где раньше нас была огромная и преуспевающая община людей верующих, которые называли себя так же, как мы, евангельские христиане». Это вот от раскола бежавшие, беспоповцы. У них были из мелкопоместного дворянства руководители, ученые, умные, которые организовали прекрасно бытовую жизнь, на руднике работали, рыбу промышляли. В общем, даже потом при Петре от Петра откупались большими налогами, но он их не трогал до поры до времени. В общем, 150 лет они там были, на Вык-озере. И тоже они были под властью, что не надо в брак вступать, семьи заводить, раз такая ситуация порушенной церкви. Но знаете, какая интересная история? Жизнь же идет, молодые встречаются, любят друг друга. И появилась там боевая такая Марья-венчальница, которая венчала всех желающих. Вот. И пред Богом с молитвой семьи крепкие были. Вы знаете, что вот эти все моменты, все, что пред Богом, это все свято. Поэтому вот устраивались эти общины, устраивалась эта жизнь. Сколько было этих направлений, я назвала вам вот федосеевцы, филипповцы, выговцы. Но однажды, когда я стала собирать, у меня получилась вот такая рукопись. Были, например, бегуны, которые говорили, ни в каком месте не поймешь, тебя везде хватают. В любом месте тебя могут схватить. Они бегали. Они не жили в одном месте. Они переночуют где-то в Авине. А потом бегут, хозяева их покормят, а потом другой бежит в деревню, в другой дом бежит, бегуны. Были нетовцы, которые говорили, уж совсем не понимаем, как Бог спасает, поэтому пусть спасает, как знает. Я не знаю, во что верить. Нетовцы. Представляете? И такие были направления. Вот. Ну, я просто хочу показать вам, когда я эту схему рисую, я рисую много-много-много этих черточек. Разных. Что потом, в итоге, все это сложится в какие-то серьезные направления, на которых вот мы остановимся с вами. Это будут христоверы, они будут так себя называть, а в народе будут обзывать их хлысты. У нас в церковь приехал один американец, он хотел писать диссертацию по этим хлыстам. Его допустили в архив, и свою диссертацию он мне подарил. Он говорит, что это нравственнейшие верующие люди.
А им приписывали, что они там кровь младенцев пьют, убивают младенцев. Но это нам тоже приписывали, как вы знаете. Я на это уже не реагирую. Затем он, значит, имена там назвал и обряд их описал, что они собирались тайно ночью, а когда еще собираться? В каких-то домах слуха друг другу передавали. Сегодня мы у тех, кто там, у Петровых, у Ивановых. И вот они собирались там. Они были одеты все в белые одежды, и они ходили, и хоровод водили, и пели. Пели они, ну, типа такого, как мы говорим, «Дух Святой, ты к нам приди», вот так вот. Духа Святого призывали, молились молитвой Господней. В общем, вот такие вот из Библии молились. И там был руководитель. Это было направление такое, как я сказала бы современным языком, харизматическое. Руководитель должен был завести этот корабль, это называлось корабль. Завести этот корабль, чтобы они вдохновились, чтобы они пели с восторгом, чтобы они прославляли Бога. Все шло на прославление Бога. И он, значит, должен был говорить, какие-то слова бросать. «Господь с нами, Дух Святой с нами, Он пребывает в нас, веселит наше сердце, мы поклоняемся Тебе, Господи». Ну, примерно как вот харизматы сейчас восклицают, так вот. И, значит, весь этот корабль двигался все быстрее и быстрее, и пели. А потом, значит, он по знаку руководителя затихало, замирало это движение. Они останавливались, молились и садились за самовар пить чай с пряниками. Вот такое было эритическое движение. Понимаете ли как? И вот этот исследователь, он сейчас является специалистом по нашим сектам в Канаде. Фамилию забыла. Звали его Евгений. Эжен какой-то там. Вот. Я статьи его читала, он много писал об этом, потому что тема такая новая для Запада, неизвестная, кто такие. И он с большой любовью писал о них, как о верующих христианах. Вот с таким обрядом. Ну, это христоверы. Были потом духовные христиане. Слово «духовные христиане», оно пойдет и у духоборы «духовные христиане», молокане называли себя «духовные христиане». Я брала журнал «Молокан», и там написано «Журнал духовных христиан», в скобочках «Молокане», понимаете? Духовные христиане, то есть, которые отринули обрядность и отринули все внешнее вот устройство, иерархию и обрядность. Так, ну, я, значит, вот это вот от них, от этих христоверов, от этих хлыстов дошло. Церковь не в бревнах, а в ребрах, вот это я выписала. Так, ну теперь вернемся мы к этим духовным исканиям. Еще они были значит, божьи люди, христоверы, в скобках их называли хлысты, потому что говорили, якобы они хлещут друг друга хлыста. Но ничего не найдено. Вы знаете что? Как вы думаете, полиция посла этих людей? И время этим набеги делала, и смотрела, чем они там занимаются. И в полицейских доносах не... Уж они бы все использовали, что могли бы использовать против них. Но никаких слов, никакого хлистания, никаких младенцев, ничего этого. Я слышал, такое еще было изречение, якобы это от фамилии какого-то представителя этого течения, Хлыстопова была. Вот, там был Данил, такой фамилии я не знаю, Хлыстов. Не было. Да, но христоверы, так они вот себя называли. Еще называли они себя «Божьи люди». Вот, они были, вот я об этом, мистические были направления, и были рационалистические. Значит, мистические я только вам перечислю, остановлюсь на рационалистических. Источники этой веры. Вы понимаете ли, в православии есть учение об обожении, но это учение таинственное. Некоторые считают, что это типа нашего освящения, но это совершенно не то обожение. В частности, вот эти вот хлысты восприняли, что Бог поселяется в человеке. И когда мы с вами говорили, вот во что они верили, помните, Христос обитает в душах верующих.
Это вот как раз вот эти направления. Мы тоже так верим. Ну, мы тоже верим с пониманием того. Это очень интересно было бы порассуждать, как мы понимаем Христос в нас. Я занимаюсь с Каргелем, я могу сказать, как Каргель это понимал, и я это так тоже. Он сказал, что я в вас, а вы во мне. Духовно. Вся вера, она духовная. И все искажения, когда попытки этой духовной веры сделать ощутимой, зримой, чтобы можно было ее пощупать. Это все мне напоминает, у Коровенко есть рассказ «Слепой музыкант», мальчик слепой, и подружка у него была Эвелина, зрячая. И он ей пальцами больно очень делал, тыкал ей в глаза, чтобы понять, почему не устроены глаза, почему они видят, почему его глаза не видят. Понимаете ли? Не мог понять. Да. Вот это что-то в этом роде, когда мы же поем даже, ныне он духом своим поселяется в наших счастливых сердцах. Что же неясно, он в нас отражается. Ну, вот. Он поселяет. Это духом. Это духовное, а не материальное. Очень многие хотят материального знака. И во времена Христа хотели этого знака. Он сказал, не дастся вам. У вас есть знамение Ионы Пророка? Вот 3 дня в гробе, потом воскреснет. Больше вам не будет этих знамений. Все новообращенные, они ищут, вот, как мне это... Или мне жарко, или мне холодно, или у меня трясет что-нибудь. Чувственно. Да, чувственно. А здесь сказано, Бог есть Дух, и поклоняться в Духе. И вот мы все после нашего прощения, мы понимаем, что мы прощены. И как это произошло? Вихрь был, гром был, или что было, как? Вот я тут. Это. Ты ухватываешь, ты начинаешь жить духовной жизнью. Ты ухватываешь, что такое духовная жизнь. Ну, так Господь дает чувствовать и понимать. Я, когда уверовала, я приходила в дом, и в моей комнате стоял облачный столб. Я говорила, здравствуй, Иисус. Потом я начинала молиться, и у меня тут зажигался яркий свет. Я думаю, вот как. Сестре сказала, она говорит, а у меня не зажигается. А у меня зажигается. А потом, я духовней, да? Да. А потом я прочитала о пробуждении в Уэльсе, как руководитель этого пробуждения был пойман в ловушку. Перед началом собрания комната наполнялась светом. И он считал, что это вот знак. И так был второй день, и третий, пока он не понял, что он в ловушке. Он уже ждет света. Он не присутствие Божьего ждет, он ждет света. И когда я это поняла, исчез у меня и огненный столб, и этот. Я поняла, что я в ловушке, я поймана. Это я просто вам делюсь и объясняю вам. Я, знаете что, я всегда, когда изучаю каких-то вот движений верующих, я хочу внутри понять. Они тоже хотели, вот они кружатся хороводом, и у них вот экстаз. Что, Саша? У меня тоже было такое. Ну, так вот, это мы начнем рассказывать, мы все расскажем. Вот. Методы достижения исихазом, повторение молитвы. Это индийская методика вызывания, ну, какой-то экстаза. Ты вдыхаешь, пауза, выдыхаешь, потом у тебя прояснение в мозгах наступает, потом у тебя, в общем, физические ощущения. Исихасты говорят, фаворский свет вот тут зажигается. Это можно проверить. Это физия, как это, физика, психологическая. Понятно? Вот. И это ничего общего не имеет с пребыванием Духа Святого. Но люди хотели вот так вот. Поэтому метод достижения – исихазм. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com. У нас традиции были юродивые, вы знаете. У нас были старцы,
старцы, которые были святые, которые наставляли, которые были этими лидерами харизматическими у них. То есть я хочу сказать, из такой вот, такой винегрет влияние было. Что, Наташа? А кто такие еродивые? Объясните мне, пожалуйста. Это не еродивые, кто уродился. Слово «урод», «юродство», «урод». Либо он какой-то от рождения уродли, урод, либо он психически ненормальный, неполноценный. Но вы знаете, что к ним относились и мистически, что это какие-то с высшими дарами люди. Еродивые пользовались этим отношением. Многие из них, некоторые из них, имели право в лицо царю говорить то, что никто не смел сказать. Ну, например, еродивый, вы знаете, я вам заказала судьбу Филиппа Колычева. Между тем, другой еродивый, который вот босиком ходит, вериги носит, на мороз не реагирует, в рванье таком. И он царю говорил ему, кусок мяса давал, а царь говорил: нет, я мясо не ем, а ты питаешься кровью христиан. То есть он похуже сказал, чем Филипп Колычев, но царь его не тронул. Ну, еродивый. Опять же, это, можно сказать, неправильное понимание, да? Совершенно, да. Так вот, все это рождалось, в каком месте все это было, территориально. Вот если на карту посмотреть и поднять дугу от Черного моря в Поволжье и спустить Каспию, вот внутри этой дуги все религиозные события в России происходили. Вот у меня тут где-то карта, я вам покажу. Есть где-то карта у меня. Вот она у меня карта. Это тут будет Малакани, Захаровцы. Вот видите, все эти, это все, где вот они гнездились, это все вот в этой дуге. Поэтому это Поволжье было. А потом Малакан, например, из Поволжья, Духоборов из Поволжья, их ссылали на Кавказ. Это опять сюда оказывалось. Понимаете, это все внутри вот этой дуги. Так, ну хорошо. Так вот, это я все задержалась я с мистиками. Трижды были расследования, и расследования ничего не показали против них. Руководители были у них Денис Филиппов, Иван Суслов, Прокофий Лубкин, сын Филиппа. Ну, вот некоторые имена –